Всем привет! Вот оно, настоящее японское качество из Ашана. Начали возить очень хорошие лейкопластыри. Чем же он примечательный? Возьмем один, да, раскроем. В общем, здесь есть стандартная открывашка, чтобы не трогать сам лейкопластырь. Ну, помимо его основных функций защищать порез, он, во-первых, такой полупрозрачный и очень хорошо приклеивается на сухую кожу, также и на влажную. То есть, вот, заклеили, и буквально ничего не видно. Держится настолько хорошо, что дальше его даже не найдешь, где он именно смыкается. Но если найти, вот так вот он переклеивается. Ну и посмотрим на черном. Здесь дышащие. Руки можно мыть свободно, ничего не будет. Все элементарно закрыто. Ну и самое интересное то, что вот эта вот пропитка антибактериальная она из целлюлозы. В общем, вот такой вот пластырь. Купить можно по ссылке на Озоне, либо же в Ашане, пока они есть. 19 миллиметров на 72 миллиметра. 40 штук в упаковке. Все до элементарного просто. Надежный пластырь на EDC. Если есть дети, то для ребенка. Если где-то идете в поход, лучше запастись. Пригодятся от порезов, укусов и всего остального. В общем, как-то так.